Світ змінюється. Чи змінилася Україна? Під таким гаслом у Давосі відбувся український сніданок. На ранкову каву завітали українські та закордонні політики, колишній голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, британський підприємець Річард Бренсон та американський інвестор Джордж Сорос. Обговорювали реформи і місце України в світі. Українські ланчі в Давосі влаштовують щороку. Навіщо? Ми розпитали у співорганізатора заходу Томаса Вайє. Деталі – далі в ексклюзивному інтерв'ю новинам «Світ». Ідея була в тому, щоб допомогти Україні інтегрувати в світ, щоб міжнародні лідери знали більше про Україну, і щоб і українські еліти мали постійний якийсь діалог з міжнародним обществом. А в течение нескольких лет, с 5-го года, мероприятие превратилось в мощную традиционную платформу в Давосе, где международные лидеры могут узнать о том, что происходит в Украине. На этот ланч приглашаются и представители Украины, значит, политики, бизнеса, гражданского общества, и представители международной элиты, тоже из бизнеса, из политики, из СМИ. Уже несколько лет ланч проводится в одной гостинице в Давосе. И раньше это был, естественно, ланч, обед украинский. И могли дать вареники, например, борщ. Но в какой-то момент Всемирный экономический форум нам дал указание проводить не обед, а завтрак. А с этого момента, в принципе, интеллектуальное содержание, оно украинское, а еда больше швейцарская. В этом году мы обсуждаем, изменилась ли Украина. Ну и как изменилась. Мы показываем, что делается в стране, как граждане поменяют страну. А с другой стороны, мы задаем вопрос, изменения уже необратимые, изменения фундаментальные. Нам важно обсудить с украинскими политиками, с украинскими представителями гражданского общества, где надо поддержка международных партнеров, а где надо, может быть, даже дружественнее давление немножко, чтобы доводить реформы до конца.